Всем привет! Сегодня 1 апреля, у нас в Воронеже карантин. Мы решили с Орешком выехать в палатках на охоту. Он сейчас с арбалетом пошел кабана загонять, а меня оставил с кошаком и с ружьем палатку охранять. Так хорошо, тут птички поют. Красота! Прелесть. Так, что это такое? Буся, что там такое? А! Кошак от меня ушел. Все. Одна тут осталась. Ореша! Так, это кто там ходит? Ореша, не пугай меня! Это что за кабан? Зена, я тебя чуть не убила, а? Это что ты так бегаешь-то? М? Кар, кар. В общем, вот так мы тут отдыхаем. Одела шапку от комаров, а то комаров много. Сейчас выйду на улицу, посмотрю, что там такое у нас творится. Что за коронавирус? Где же у нас птички поют? А? Ну все, собака пошла жрать у меня. Все. Вот так мы сидим дома на карантине. Заняться нечем. Занимаемся разной ерундой. Так что всем здоровья желаем. Не теряйте оптимизма. Все будет хорошо. Угу. Все, всем пока. Пока.